как раскрыть и реализовать свой потенциал. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо быть внимательными к самим себе, внимательными к своим потребностям, к интересам, к ценностям. Это первое, что нам нужно сделать. Это первый фокус нашего внимания. Второй фокус – нам нужно обратиться во внешнее пространство и увидеть то, на что есть запрос из внешнего пространства. Мы можем с интересом посмотреть на различные роли в жизни, которые выделены нам. В этих ролях тоже содержится огромный потенциал. То есть очень часто люди, которые окружают нас, которые находятся в отношениях с нами, они могут как бы инициировать нас на какой-то успех, если мы будем внимательны, чутки к их запросам. Таким образом, слушать свое сердце и быть внимательным к окружающим людям. Вот в соединении две вот эти вещи, они будут способствовать раскрытию и реализации нашего потенциала.